хорошие, мои пригожие, всем здравствуйте, вы на канале Пиратская Жизнь. Так, мы сейчас будем думать, что готовить на ужин. А я уже все придумала, а я сейчас хочу сделать салат капустяшный. У меня есть целый вилок капусты, да-да-да. Так, а еще мне потребуется морковочка, где она у меня тут? Где у меня тут морковочка? Вот раз морковочка и два морковочка. Вот мне как раз две морковочки пойдет. Еще немножечко лука. Вот в один салат. И я хочу сделать еще салат с яблоком. Яблоком. Мне так понравился, прям вообще. Так, у меня еще там... О, ну точно, у меня еще есть укропчик. Сейчас туда укропчика бахну. Будет очень вкусно. Вот, главное сейчас допроситься Вована, чтобы он мне все это дело... порезал, блин. Ничего, красота, лепота. Надо сейчас подумать, что еще на ужин приготовить. Не знаю. Что-то сегодня никуда не ходили. Что-то погода такая ужасная, блин, вообще не поймешь. То ли дождь, то ли снег. Сейчас вообще -1. Сейчас там все подмерзло. Вот, так что не хочу туда идти. Так, где у меня тут укроп был? Сейчас укропчика, салатик. Тыблочко одно. Маленькое, желательно. Вот одно яблочко. Сейчас делали. Все. Так, все. Как говорится, ой, Сатурну больше не наливать. Так, в общем, сейчас я все это дело почищу. Сделаем салатик. Нам уже еще надо сегодня его покрасить. Сделать из него человека. Сделать из него не обезьяну, а человека, наконец-то. Все, быстро сейчас почищу. И, Вова, пошли, мой сладкий, пошли, мой хороший, мой пригожий. Пошли, мой. Эти валяются. А я уже все положила, там только капусту. Щук. Да? А что, и только одну капусту, и все? Ну, а все остальное я? И все остальное давай. Да? Пойдем салат сделаем. Давай. Пошли, Вов. Все, идем. Он ведь уже новую подушку ему постелила. Что, хорошо? Придавливается подушка-то, а? Нормальная? Хорошая? Да. Тест-драйв, подушка злая. Прошла? Пошли, злыдня, сам злыдня. Уйди, старушка, я в печали, да? Ну-ну. Так, ну, короче, вот тазик все нарежет, всю капусту. Ну что, здесь не очень большой вилок. А вот, а я себе отложу салатик. Маленько хочу с яблоком сделать. Та-ра-та-та. Сейчас он что-то сидела, смотрела всякие тиктоки, песенку. Вижу девочку-бунтарку, та-та-та-ра-та-ра-та. Там как одна волейболистка прикалывалась над судьями. Не, классно, прикольно смотрится. Прям оборжаться. Так, ну все, Вова, надерешь. 1, 2, 3. Кто хорошо работает, тот получает яблочко. Чистенькое. На. Отстань. Ну что, отстань-то? Что тут такое? Эти яблочко почистила. Да, и мешаешься. Мешалась-то. Режь давай все. Я тут тоже еще почистила яблоко. Вот три части. Часть вот Вовки. Он вот, видите, бьёжит, мясался. Так, это ему на один салат. Вот с большой морковкой мне. На маленький. Плюс тот салат у нас еще пойдет укропчик. Я думаю, будет очень вкусно. Хочу, знаете, такой сделать как-то легкий, вкусный салатик. Капустный, капустяшный. Вот, нарезать мелко. Молодец. Сейчас ее пожмякать надо. Сейчас туда же морковочка пойдет. Пожмякаем. Режь-то всю ее. Ну что тут осталось-то? Чего? А я сейчас ее пожмякаю. Давай, ставь ее сюда. Я ее пожмякаю. Да, эту капусту выкину. А, в смысле, этот пакет выкину. Сейчас еще надо будет натереть морковочку моей супертерочкой, которая мне выручает во всех начинаниях домашних. Еще там что-то я посмотрела, у меня осталось картошки с мясом. И я хочу, знаете что, я хочу рис басмати отварить с сарделькой. Не знаю, что мне так хочется. Не знаю. Сейчас, может быть, отварю рис басмати. Здесь моя терочка.
Самая лучшая терка на свете. Мне очень нравится. Хотела себе, знаете, терку обновить, но что-то подумала. Пока что моей хватит. Сейчас вот эти вот порежу. И морковку, и яблочко. В принципе, думаю, будет в самый раз. Какие дела? Что там погодит? А, Ростовская область. А, беженцев из этой, из ДНР? Да. Понятно. Так, режь давай. Зайчик мой. Зайчик мой, ты давай порежь поскорее. Зайчик мой. Так, девочки, если вы беситесь на мужа, берете капусту и вот так вот мнете ее всю, представляете, что это муж, вот, что это его куконюшки. О, вот, смотри, что будет. Смотри, ты наблюдай, наблюдай, давай наблюдай. Вот будешь себя плохо вести, смотри. А, такой. Понял? Да? Будет, Вова, будет, да. Плохо тебе будет, Вова. Так что давай, режь еще капусту. Ну, кстати, очень удобно вот в этой большой штуке делать. Капусту. Вот так вот. Во, смотри, смотри. Ать, ать. Смотри, видишь? А? Понял? Че, наблюдаешь внимательно так? Интересно? Ну давай уже, порежь уже остатки. И все. Потому что, кстати, вот этот салат, он уходит очень быстро. И мне, кстати, очень понравился вот этот с яблоком. А я сейчас вот это себе и заберу. То, что я мну, заберу себе на салат с яблоком. А все остальное у тебя пойдет на салат с этим. Да. Какой у тебя салат с яблоком? Здесь это я себе сделал салат с яблоком. Салат. Здесь на два салата? Да. Здесь вот, вот. Ты вот это вот еще порежь, это тебе будет. А вот это мне на салат с яблоком. Сейчас сюда потру сразу. Давай, давай. Не филонь. Понимаешь? Тебе жирно не станет? Мне не станет. Мне как раз наоборот станет худенько от этого, понимаешь? Худенько от этого. Жирно тебе нет, станет от мне этого. Станет не сытненько и вкусненько. Жирненько тебе. Тазик станет. Салатика мне и тазик салатика тебе. Не. Вкусная капуста. Хорошо, тут подгрызаю. Порежь мне, пожалуйста. Морковь. На патрон. Просто на несколько частей разрежь. И все. Вкусно. Да, ну, раз он пока меня не режет, тогда пока-то потру яблочко. Так, укладываем наши яблочки и трем. А ты говорил, у меня терки нет, у меня есть. И терка, и все. Яблочко. Молодец. Спасибо. О, и ты бочка. Кстати, яблоко будет оно как это. Маринад. Маринад. Мариновать будет нашу капусту. Значит, кстати, как-то много получается. Отложу мои капусты. Голода. Получается. В мой салат. И яблоко надо было побольше. Это мне. Ой, кисло. Кисло-сладкое. Кстати, такой как раз в самый раз. И будет. Туда сахар добавляет немного. Белый? Или красный? Зеленый. В смысле, зеленый. В смысле, желтый. Зеленый. Короче, сбил меня. Хороший человек. С понта лыги сбил. Заготовки. Мы все видели. Мы это все видели. Мы за вами следим, Владимир Павлович. Так. Та-дам.
ты яблочко мое. Так, здесь у нас, смотрите, вот как раз с яблоком капустка. Сейчас туда еще немножко пойдет морковки. Вот и у Вовчика тоже своя морковка. Сейчас потру на него и на себя. А марковый. Так, Малан уже все сделал. Сейчас там у нас лук, там у нас морковка. Вот он сейчас давит. У меня здесь тоже, вот видите, капустка. Он немножко посолил. Ты достаточно посолил? Нормально. Нормально. У меня сейчас сахарочек. Соль чуть-чуть. Шушуть. Шушуть соли. И шушуть сахара. Я еще чуть-чуть. Так вот, раз. Тебе больше соли нужна? Нет. Тебе нет? Ну, хорошо. И мне тоже нужно. Вот, убираем соль. Так, мне еще нужен сахар. Сахарочек. Тебе нужен сахарочек? Так, мне нужна ложечка сахара. Ну, сюда. Потому что салатик такой достаточно сладенький. Вовчику тоже. Вот оставил капусту, говорит, не надо. Говорит, горькая будет. Нормально. Ем хорошенько. Смотрите, яблоко, соль, сахар, морковка. И что-то переминаем. Сейчас это все будет мариноваться собственным соком. А вовкин салат у нас сейчас еще пойдет укропчик, немножко уксуса, сахар и масло. Какой запах классный. С укропом будет вообще хорошо. Вообще вкусно. Я вот думаю, вот в этот салат пойдет укроп, нет? Наверное, лучше не пойдет, да? Красота. Так. У меня тоже салатик такой сладенький. С яблочком. Супер. Так, ну попробуем. Все, больше ничего не надо. Яблоко достаточно сладкое. Сейчас оно должно настояться. Будет хорошо. И соль достаточно. Ой, вкусный салатик. Все, салат этот один готов. Вот сюда сейчас укропчик. Так, все, мой салат готов. Я его отставила. Пускай у нас настаивается. О, девочки, это вкуснота. И это вкуснота. Слушайте, вот такой салат в паре 148 рублей. Делается на раз-два. Так, сахар сначала добавь. Зачем? Ну, потому что ложка, чтобы не была мокрая. Сначала сахарочка. Сколько? Ну, я думаю, пару ложек. Осторожнее. Пару ложек белого сахара. Вот, еще одну. И уксусу также пойдет. Уксус у нас слышит как маринад. Шикарный, короче, салат получается. Просто его тема. Это сколько? Тоже два? Я думаю, да. По рецепту. Уксус 9%. Лук, морковь, капуста, укроп, соль. Это. Все, сейчас перемешать. Ну, все. Ну, сейчас даже еще пол ложечки. Да. В общем, короче, перемешиваем, смотрим. И соль там. И можно попробовать потом на уксус. Но оно, по сути, должно настояться, чтобы капуста, там, морковь и лук дали сок. Вот, и чтобы вот этот вот уксус, он немножечко это все дело подзамариновал. Настаиваться должно где-то час-полтора. Можно кушать. И заправить это все надо маслом. Желательно пахучим. Можно оливком. Вот, если не любите мясо, масло с запахом, можно без запаха. И будет вкусно. Вот такой салат получается. Шикардосы. Ну все, лайк за салат. Все, салат готов. Можно сказать. Сейчас будем красить. Вовку. Так. Чего ты тут?
Ню. 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 Гню. Ню. Будем сейчас красить. Гню. Иди отсюда. Ну, я хочу краску показать. Что ты? И что ты меня снимаешь? Ой, кто тебя не видел? Краска, смотрите. 6-0, темно-русый. Темно-русый, 6-0. Надеюсь, у меня получится вот такой вот красивый мужчина. Ну, если не получится, ну... Останусь тем, вот, как вот ты мне предлагал. Так, ну вообще, знаете, вот неплохая эта тональная краска. От Estelle стоит 300 рублей, на Озоне брала. Вот здесь у нас еще перчаточки. Сейчас Вовку мы затонируем. Так, ну, в общем, хорошая краска, девочки, действительно советую. Там есть разные цвета. А в данном случае у нас темно-русый. Вот. Сейчас Вовку затонируем. Сейчас еще на брови нанесу. То есть он брови хотел еще покрасить. Вот запомните вот таким. Таким вот красивеньким. Здесь у него, кстати, часть краски осталась еще. Не все. Там вот двухкомпонентная, смешивается. Вот здесь один краска, одна краска, один окислитель. Вот такой вот. Просто они смешиваются. И все, она получается как пенка, наносится на голову. Все это легко и просто. В общем, ничего сложного. Знаете, вот в барбершопе, вот мы сейчас сколько отдадим? 1700 за его стрижку. Вот, а покраска у них стоит 1100. Краска стоит 300. Окрашивание происходит раз, два, три. Да? Просто нафига тратить еще сколько там? Еще 800 рублей, когда я могу сама за 800 рублей его покрасить. Вот так вот. Такие дела. Все. Краска смешивается и наносится на голову. Клиент готов. На тебе, кстати, вторую перчатку, как в прошлый раз. И будешь мне выдавливать. Да. Держу. Вот такое вот средство получилось. Видите, она как пенка будет выдавливаться. Вот. Такое вот средство. 300 рублей никого народу. Все. Открывай. И погнали. Ух! Картинка. Ну, не наносим. Не жалеем. У нас волосы сейчас короткие. Поэтому хорошенечко вот так стираем. Все. Сейчас, в общем, я вотру и покажу, что будет. Красавчик. Накрасила. Постаралась все прокрасить. Кстати, потом вот я взяла вот такую тряпочку, и вот эти вот места, где растеклось, аккуратненько все сняла. Сейчас он немножко посидит, и я ему еще брови прокрашу. Чтобы было красивенько, красивенько. И будет черненький, красивенький снова мужчина. Бороду будем красить? Усики. Стань бороду. Усяшки, усяшки. Мне сейчас интересно, если вот так сделать, так хоба, такой хоба. Марфуша такая будет. Да-да-да. Иди отсюда. Скотина. Я сказал отсюда. Иди отсюда, чукча. Ой, я не могу. Брови накрасила. Эту вот бороду. Ой, я не могу. Сейчас мне вообще надо постоять немножко с этим. Ой, это прям, знаете... Вот, ладная работа. Борода стала потемнее. Сейчас голову надо будет снять. О, смотри. Брови черные, понимаешь. Может, мне тоже покраситься, краска осталась. Я думаю, может, мне тоже. Вот, вот. Черные глаза, вспоминаю, умираю, черные глаза, я только о тебе мечтаю. Не, хорошо покрасила, чтобы вот эта вот большая, с дырочкой. Черные глаза, самые прекрасные, черные глаза, черные глаза, черные глаза. Там-дам-дам-дара-дара-дара. Да, хорошо получилось. Хорошо получилось, хорошо. Ну, смотри, как тут парк. Ну, все. Нормально. Давай голову уже смывать. Это уже совсем черный будешь.
Сейчас голову он просто моет. Он там пока моется. В принципе, нормально получилось. Только часть краски, конечно, еще осталась на коже. То есть краска немножечко остается. Она постепенно смоется, чтобы будет нормально. А вот, а так вроде нормально прокрасилась. Вроде хорошо все. И брови, и борода немножечко потемнее стала. Вот, в общем, посмотрим, что у него будет. Сейчас буду вон готовить ужин. У меня там осталось картошки немножечко. Я вот думаю, еще дополнительно к этому. Вот видите, тазики салата стоят. Это большой с укропом и солью. Уксом, это вот мой сладкий. У меня здесь осталась картошка, но что-то ее как-то мало. Так что сварю-ка я сейчас рис. Хочу вкусный рис басмати. С этим, как вам? С сардельками хочу. Почему-то мне очень захотелось. Вчера еще хотела ночью. Вот. А сегодня я сварю. Ладно, моя хорошая, быстренько сейчас все приготовлю. Обязательно заходите на следующий, так сказать, мукбанг. Покажу вам Вовчика, что получилось. Увидите его черным. Черные глаза. Я, блин, сейчас ухахаталась. Он, конечно, прям вообще с этими бровями еще вот так смотрится. Ну, а по-другому никак. То есть оно вот не размазывается по всему лицу и смотрится, конечно, не очень. Но зато когда смоется, когда уже потом будет, прям очень хорошо. Вот это все нюансы. Все, люблю всех, целую. Увидимся в следующих выпусках. Всем спасибо, всем пока-пока. Заходите на мукбанг, посмотрите результат. Пока.